начал забывать про дневник. Ну не то, что забывать, отношусь к нему немножко халатно. Вчера вечером просто... А, что вчера вечером? Я включил опять этот гипноз. Я лысый. Гипноз для сна. И думал, записывать мне еще дневник, не записывать. И подумал, что ввиду того, что не было еще 12, подумал, что я где-нибудь ночью проснусь опять, запишу дневник и лягу опять спать. Но проспал вот до раннего утра, сейчас сколько там, 6 утра, 7, сейчас 7. Ну, встал я в 6. И тогда и самолечением займусь, и дневник запишу. Ну, в общем, как в какой-то из дней недавно. Но не тут-то было. Вот. И что вчера было, я пошел в магазин и увидел, что лук стал дороже в 1,5 раза в ленте. И я к своему стыду, несмотря на самоизоляцию, пошел искать лук дешевле. И, в общем, он везде стал дороже. Ну, не то чтобы я прям везде побывал, но я его в итоге вообще не купил, потому что в других магазинах он еще дороже, чем в ленте. И сейчас вот я думал ночью пойти как раз, может быть, в ленту, но пойду сейчас за луком в ленту. Надеюсь, что народу еще нет особо. Ой, я, конечно, тут немножко признаюсь в нехорошей самоизоляции, но а что это такое? Во-первых, а во-вторых... А, фильмы я не смотрел вчера вообще. Мне что-то надоел этот крупный масштаб фильмов, и я начал смотреть там какие-то маленькие штучки в Ютубе про одного человека, который путешествует без денег и кошелька и выпрашивает хлеб. Но это, в общем-то, хорошо и интересно. Но я даже не знаю. Мне просто нравится, что есть какие-то люди, которые кажутся очень разумными. И нет, думающими. Что я говорю? Ну, вот это утренний дневник. Вот я сейчас спать уже не собираюсь. Поэтому у меня еще голова вообще не... Шестеренки в мозгах вообще еще не раскрутились. Да, даже не знаю. Да ничего, кстати, и не происходило вчера.